Второй Всероссийский молодежный форум «Наука будущего. Наука молодых» начал свою работу. В открытии мероприятия принял участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. В этом году в рамках форума на площадке Казанского федерального университета пройдет ряд мероприятий и конференций, в которых примут участие ведущие ученые со всех точек мира. Подготовлено так, чтобы у людей была свобода общения, чтобы была возможность выступить. Очень много интересных секций. Ну и, кроме всего прочего, я еще раз повторяю, очень хорошая атмосфера. Каждому участнику предстоит связать все свои интересы с наукой и решить сложнейшие задачи. Выдающиеся проекты ждет заслуженная награда. К слову, Казанский университет уже готов представить на суд жюри сильнейшие проекты, которые смело могут претендовать на звание лучших. Мы подавали на новые проекты 5 мегагрантов по 220-му постановлению правительства. До сегодняшнего дня дошли 3. И сегодня будет на рассмотрение этих проектов. Но мы будем надеяться, что в числе 40 победителей, надеюсь, мы тоже окажемся. На сегодняшний день действует. Мы дважды выигрывали уже по данному постановлению. Если в целом говорить о мегагрантах, то они разные, как Андрей Александрович сказал. Вот есть мегагрант, согласно постановлению 218, который способствует кооперации вузов с ведущими топовыми организациями. Вот поэтому 218 у нас 9 мегагрантов. Стоит отметить, что решение о проведении мероприятия во второй раз было принято еще в ходе первой международной научной конференции «Наука будущего». За несколько последних десятилетий это было первое научное событие подобного масштаба, которое посетили более 1000 ученых. По ее окончанию ведущие ученые выступили с инициативой привлечь к работе молодых исследователей, которые еще только начинают свой путь в науке. Первая конференция была просто конференция «Наука будущего». Когда собирались мегагрантники, они обсуждали свои проблемы. Это было в Питере. Потом была проведена молодежная конференция в Севастополе в прошлом году. Вот. Тоже первая молодежная. А вот сейчас обе эти конференции вместе проводятся на базе Казанского университета. Конечно, это совсем другой такой вот, значит, разрез, совсем другой вид, совсем другой environment вот этой конференции. Это другая совсем встреча такая интересная. Да. Сложно переоценить значение Казанского университета для проведения научного форума. Именно здесь студенты получат свой первый опыт работы с известными исследователями. Чтобы добиться необходимого результата, юному ученому необходимо освоить целый ряд научных сфер. Ведь наука взаимосвязана, и это факт. Аделя Мухаметшина, Руслан Уразаев, Универньюз.